Добрый день, коллеги. Наверное, будем сокращать доклад, вот. Потому что действительно многие цифры идентичны, проблемы в областях примерно одни и те же, программа одна на все регионы, вот, поэтому бегло. Ленинградская область, соответственно, тоже большие расстояния, как вы видите, 39-е место в стране по площади. Соответственно, распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области в 2015 году были созданы 5 межрайонных многопрофильных центров, так называемых, на базе достаточно крупных больниц. Хотя, в принципе, во всей области 17 таких муниципальных округов, где, соответственно, имеются 17 ЦРБ. Ну, соответственно, цифры, представленные по Ленинградской области, не сильно отличаются от той же Вологодской. Ну, вот поэтому, ну, здесь нечего комментировать. Структура заболеваемости, смертности. Соответственно, все то же самое, каких мы показателей должны достигнуть, все говорили уже. Ну, скажем так, основные направления тоже, соответственно, проговаривали предыдущие коллеги. Как это сейчас работает в Ленинградской области? Значит, соответственно, первый уровень. Это, соответственно, врачи, участковые терапевты, врачи-специалисты первичного звена и, соответственно, другие специалисты, будем так говорить. На втором уровне идет уже онколог первичного онкологического кабинета. И, соответственно, от всех только что названных, соответственно, эти пациенты направляются в онкодиспансер или в областную клиническую больницу, где тоже существуют онкологические отделения, то есть у нас не полный спектр отделений, то есть не как положено по 915 приказу, будем так говорить. Ну и, соответственно, отправляются пациенты для каких-то видов лечения в федеральные медицинские учреждения и прочие медицинские организации, например, такие как МИПС, там для тоже определенных видов помощи онкологическим пациентам. Ну, соответственно, по срокам тоже это все прописано приказами Минздрава. Напомню просто таким слайдом. Значит, проблемы, конечно же, с кадрами квалифицированными, соответственно, устаревшее оборудование или вообще отсутствие этого оборудования. Ну и то, что я говорил в комментариях, это дефицит финансирования в системе ОМС, то есть то, что тарифы, к сожалению, не те, которые хотелось бы, ну, вот, потому что, скажем, я работал в городе Санкт-Петербурге достаточно длительное время, и когда я пришел работать в Ленинградскую область, то я немножко ужаснулся тарифом. Ну, вот, и, в принципе, из общения с коллегами из других областей, регионов Российской Федерации, я вижу, что там тоже тарифы не соответствуют. Ну, вот, конечно, хотелось бы, чтобы каждая услуга была тарифицирована. Ну, вот. Ну, например, скажем так, вот те услуги, которые мы заложили, то, о чем мы сегодня уже говорили, что для ЦОПов должны быть определенные объемы заложено, если вы планируете их открыть. Значит, вот, соответственно, ну, это, извините, это кадры наши в Ленинградской области. Сейчас я хочу просто по тарифам пройтись. Значит, ну, вообще, будем так говорить, на 1/3 укомплектованы мы. Соответственно, тоже те же проблемы, расстояния большие, ну вот, доход населения низкий, транспортная доступность, к сожалению, тоже оставляет желать лучшего, потому что из некоторых районов вообще не добраться, только на машине. Значит, ну, механизмы, соответственно, реализации проекта, это
укрепление трехуровневой системы, финансовое обеспечение нормальное. Значит, позвольте вот здесь тут как раз остановиться. Значит, вот на данный момент у нас в Ленинградской области существует в амбулаторном режиме только тоже два тарифа. Значит, это посещение там в количестве 992 рубля. То есть это пришел, ушел. Амбулаторно, да. Но это как раз то самое, те объемы, которые будут заложены для ЦАОПов. Ну вот, мы для них больше ничего не можем заложить, потому что... Сейчас я перейду к этому вопросу. Да, дневной стационар, это КСГ уже будет. Ну вот, да, да. Значит, и второй, соответственно, мы сейчас говорим про первый пункт. Нам нужно обследовать больного, поставить ему диагноз, отстадировать и дальше его отдать на лечение. Вот. Поэтому дневной стационар это уже следующий этап. Но вот я говорю сейчас о тарифах обследования. О том, что второй тариф, который это обращение за 390 рублей, ну вот, в который тоже все входит. Там и компьютерная томография, и посещение специалистов разных профилей, там, например, онкоуролог, онкогинеколог, и эндоскопия, и биопсия с гистологическим исследованием, и УЗИ, ну и, скажем так, если у кого-то есть, то это МРТ. Ну вот, у нас МРТ пока на данный момент тоже нет, мы не укомплектованы. Вот. Значит, поэтому очень актуально, соответственно, пересмотр тарифов. И, насколько я знаю, сейчас как раз главные специалисты регионов, находящиеся сейчас в Москве, как раз они будут обсуждать эту проблему по тарифам. Ну, в принципе, позвольте дальше. Значит, что у нас в Ленинградской области планируется под ЦАОПом? Значит, создание, как я уже говорил, в 5 многопрофильных межрегиональных больницах. В 2019 году у нас планируется в Кингисеппе и в Тихвине на базе межрайонных больниц. В 2020 году в Всеволожской и Бергачино. Значит, на данный момент у нас пока ведутся ремонтные работы в Кингисеппе, Тихвине. Но дальше планируется где-то через месяц окончания. И, соответственно, оборудование у нас уже на подходе, которое необходимо. И, как вы уже тоже говорили, то есть проблема пока со штатом. Но то есть сейчас ведутся как раз вот переговоры. И как бы обучить мы, как вы понимаете, не успеем до декабря никого, поэтому нужно искать сотрудников на местах или вахтовым методом мы планируем еще. А что делать? Да. Ну, значит, по-другому никак. Нужно как-то выходить из ситуации. Значит, и, соответственно, при организации ЦАОПов все 5 подразделений планируется подчинить городскому онкодиспансеру, чтобы штатная структура, соответственно, значит, находилась под нами. Значит, и, соответственно, что мы этим добиваемся? Первое, мы добиваемся стандартизации выполнения рекомендаций по диагностике и лечению, реализации скрининговых программ, оценки качества медицинской помощи, маршрутизации пациентов. Соответственно, эффективное планирование закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий, обслуживание оборудования, соответственно, управление кадрами, потому что сейчас, на данный момент, как вы все знаете, районные онкологи, они подчиняются другому юридическому лицу, то есть главным врачам тех районных больниц. Ну, то есть качественное управление невозможно. Ну и, соответственно, планируем нормальную информатизацию с телемедициной, с учетом удаленности, опять же, с учетом расстояний. Вот. Базис заложен. Ну и, соответственно, переходим к дневному стационару. Что мы планируем в дневном стационаре? Значит, соответственно, предусмотрено тоже там несколько коек в каждом ЦАОПе со сменностью работы и проведение только, будем так говорить, несложных противоопухолевых схем, ввиду, будем так говорить, возможно,
недостаточного там уровня подготовки специалистов, которые будут работать в ЦАОПе. Ну, то есть, конечно, будем смотреть, но будем так говорить, что все нужно контролировать. Контролировать это, конечно же, при помощи, как я уже говорил, информатизации с целью медицины. Спасибо.